сын и внук кавалерийских офицеров, я горжусь тем, что продолжаю семейные традиции в модернизированной кавалерии недавно сформированной бронетанковой дивизии. Когда Польша объявила войну Германии в 1939 году, экипажи наших танков еще не были так хорошо подготовлены. Накануне первой битвы мне назначили новый экипаж, людей которых я впоследствии узнал лучше, чем кого-либо за всю свою жизнь. История такова. Рассвет 1 сентября. Наконец-то началась война. Моей первой целью было найти моих товарищей по команде и присоединиться к ним для уничтожения польского центра снабжения. По пути необходимо было подготовить новый экипаж. Гюнтер был надежным сержантом, которого было невозможно сломить давлением. А вот наш водитель Отто, студент университета, еще не понял, что в жизни не все происходит так, как в книгах. Клаус же оказался непредсказуемым человеком, чье желание действовать было таким же стремительным, как и его пулемет. Как можно было работать с такими людьми? Впереди польской границы, вон, вперед! Так точно, герр-командир. Разрешите обратиться? Отставить, Мюллер! Граница! Гюнтер, Клаус, уничтожьте их оборону! Чисто! Можно двигаться дальше! Отлично! На другой стороне реки подвигается польская колонна! Уничтожьте ее!